Привет всем, привет, 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 ребят, привет, привет! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас открытие подарков. Наконец-то, нафиг, я все выкупил. Прям я очень счастлив. Итак, можно все прям просматривать. И вот-вот все на вашем экране. В общем, я не влаживался в Nano Evo. В общем, она мне сильно не нужна. Хотя нужна, но не так сильно нужна, как, допустим, та же Мара. Вообще, видели, кто был у меня на стриме. Не смотрели. В общем, Мару, ребят, я вытащил 14-ю. Она у меня была 13 уровня. Ну, то есть, я открыл буквально один подарок. Там, вру, два. И мне выпала 14-я Мара. Ну, то есть, сейчас, соответственно, 10 подарков упали с бесплаток. Ну, то есть, это стандартно. Я все выкупил. Здесь десятка, здесь 25 было, здесь 50, по-моему, насколько я помню. Да, вот 50, 25 и 34. Начнем с самых минимальных. Это наше любимое колечко, конечно. Пойдем с 50 подарков. И жалко, я, конечно, со звездами прогадал. Хотелось бы. Ну, вы понимаете, да, что как бы Шао, Гены, все, кто меня смотрит уже часто, они видят, что я, ну, не занимаюсь такой фигней. И просто тупо открываю, прям открываю подарки, не считая все гены, потому что я их сливаю под ноль, то есть коплю 6 месяцев и потом просто сливаю. Отлично, царь зверей плюс 2. Да, я просто прям крут. Это чисто бесплатки, ребят, там, 50-ник. Блин, я какой прям богатый. 24. Ну, то есть 25. Видео будет коротким, постараюсь открыть быстро, потому что их мало. Эмоционально не буду сильно ругаться. Ну, нормально, кстати. И еще один, нифига себе. С бесплаток, да плюс 4. Ой, да не, плюс 5. Нифига себе. Все-таки в то, что в видео говорю. Эч! Плюс 5. Еще 8. Ну давай еще один. Звезд, кстати, нехило нафигачило. Уже 800-ник. Ну не так, конечно, наворочено. Ну еще один. Давай. Ну все, нету, да? Все, закончились. Так, кольцо. Кольцо. Куда он его засунул? Вот он. Плюс 5, короче, кольцо. 80 характеристики на 21 день. На всю, можно сказать, акцию, на майскую у нас все готово. То есть все нормально. Ну ладно, поехали. Итак, самое прикольное. Второй раз начинаю с подарка первого и выпадают звезды. То есть больше я тратиться, ребят, на акцию не буду, на эту. Чтобы было... О, она на Евы нету, да? Все-таки я правильно сказал, что пожелать. Ну, правильно, 10 подарков. Нет на Наевы. Так, первая. Вторая. Третья. Хэт-трик! Ну, давай, еще одну, чтобы по два приносить. А, есть, третья Нано Ева. Кто там с бесплаток говорил, плюс пятую вытащил? Кто читер? Отлично, ребят, два аркона на 10 дней, то есть 20 арконов будет. Ну, если что-то выпадет хорошее, то выпадет. Ну, в основном люди ругались, что типа, ничего не выпадает. Итак, мы первые открыли звезды были, второй открыли звезды были. Ну, давайте, ребят, Мара, здесь Мара, в общем... Это за рубины, это за звезды куплены, плюс бесплатки. Ну вот на что я как бы надеюсь. Вот, ну, надеюсь, будет еще. Мара желательно, конечно, 16-я, но, скорее всего, не выпадет. Потому что, ну, не очень удобно. 28. Нету. Ну давайте еще. Надо сначала помолиться. Ха, Мара, приди. Где Мара? В общем, не везет. Не везет. Неприятно, конечно. Ну ладно. Давай, поехали дальше. И есть, наконец-то. Итого на нее ушло примерно 10 подарков. 15-я Мара. Отлично.
Ну, еще одну, блин. Нереально, 12 подарков. Да не надо мне... Вот сейчас бои, кстати, все... Не знаю, наверное, исчезнет. С некуда. Ну, 7. Но тут уже бесплатки остались. Ну, с бесплаток не будет ничего. Блин, 16-ю хочу, Мару. Есть, все, есть. Есть, Мара, есть. Еще 2 подарка. Ура, есть. Ну, больше я ее не вытяну. То есть, ну, это однозначно. 30 подарков. Соответственно, Мара апнулась у нас до 16-го. 3 уровня я Мары получил. Вот, получил вечную любовь. Исцеляет 2% от максимального запаса здоровья в течение 20 ходов. Это классная вещь. К сожалению, на снижение характеристик, тот, который бонус есть у нас, я его, ну, фактически просто, я его не вытащу, ребят. Это нереально, по крайней мере, для меня. То есть, сразу говорю, простые игроки никогда ничего не получат, в общем. В общем, типа так. Ну, по крайней мере, 16-е. Появилось еще одно гнездо. Мы в него сразу навставляем аркончиков. Да. Отличненько, отличненько. Ну, хотя бы вот такой. К живучести не. А не, все правильно, пусть так будет. Пока так. Пока так, потом посмотрим, что у нас повыпадает. В общем, на Наева 3. Ну, тоже слабовато, конечно, ну ладно. 3, 2, да. То есть 10 дней, 4, 4. Да я говорю, по сути, желательно, конечно, 6, но я не вытяну, ребят. При таком дропе, то есть, не знаю, не мое, как. Это не мое. В общем, ладно. Всем спасибо, ребят. Всем спасибо. Все посмотрели. В общем, итого получилось 1600 звезд. Мара упала с этих подарков на 3 уровня. То есть мне выпал 14-й. 15 уровень и 16 уровень. То есть, соответственно, все ушло. 33 подарка. Ну, нормально. Ладно. Всем счастливо. В комментариях пишите, как вы качались, что вы вытащили, насколько вы удачливы. А с вами был доктор. Нормально, реально.